Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке. Вот у нас пролетает снежок. Еду я уже, еду с работы, и уже мне моя Марика звонит. Мама, купи мне ткань. Купи ткань, чтобы шить ей костюмы там или туники, ну что-то хочет. Так что вот я заехала в такой классный магазинчик. Уже я снимала видео не раз, но здесь можно каждый день все показывать, и все не покажешь, сколько всего есть. И все парковки заняты, очень много людей, потому что уже все покупают на Рождество. Ткань на Рождество, и уже скидки большие. Хотя еще далеко к Рождеству, но подарки уже готовят. Вот такая ткань. 3,99 за ярд. Это с такой ткани я тоже шью рукавички. Вот какая она мягкая. Как когда-то на Украине, как были у меня маленькие дети, то пеленки продавались с такой ткани. Вот такая. Это рождественская. Так, а мне нужно, я на рукавички покупать не буду, потому что у меня есть. Мне нужно найти ей такую ткань. Я даже не знаю, будет ли у нас такая ткань, чтобы она пошила костюм или тунику. Это нет. Это тоже нет, это флис. Люди покупают, шьют пледы на подарки. Кто подушечки, кто что хочет, кто что любит. И помимо этого тоже еще есть купоны. Приходят на e-mail, на SMS приходят купоны в этот магазин. Такое интересное, классное, вот на две стороны. 30% скидки, а ярд стоит $20, то... Например, у нас, если пошить там юбку или платье, да, то дешевле купить готовую, чем купить ткань и шить. Ну, конечно, если ты ткань там купил за копейки какие-то там, то да. Ну, и если ты еще умеешь и шьешь сам, то это тоже плюс. А так как я не умею шить... Кроме рукавичек. Ой, не знаю, Марика, найду ли я. Есть ли здесь она такая. Вот какая красивая в клетку. Вау. Такая ткань. $10 за ярд. Ярд это 94 сантиметра или как-то. Ну, можно сказать, что почти что метр. Кто-то мне там писал, сколько я уже забыла. Красивые такие расцветки. А вот такая классная, смотрите. Это кофту можно пошить такую. Ну, если в другой цвет. Ну, это на тунику не пойдет. О, вот такая только другой розовый, такой кремовый цвет. Да, только тонкие такие. Видите, какая тоненькая ткань. И эта тонкая такая. Это $12 за ярд.
Но сейчас 8 долларов за ярд по скидке. Это тоже все тонкие такие. Они тянутся такие хорошенькие, вот, ну. Они не такие, чтобы пошить спортивный костюм. И я в прошлом году искала такую ткань и спрашивала, но они сказали, что нет у них такой. Не продают они. Ну, это было в прошлом году. Может быть, сейчас уже что-то. Вот такая есть. Но тоже, видите, какая тоненькая. Вот. Она 13 долларов за ярд. Сейчас 30% скидки. Вот это тоже тонкая, как майка, можно сказать. Это я не знаю, может быть, и с этой. Было бы хорошо, если бы сама швачка приехала. Но как я уже здесь в городе, домой мне ехать минут 40-30. Это такое, как резинка. Так, еще пройдусь. Я сюда и шла. Пойдем сюда. А здесь все такие тонкие. Здесь тем более не будет. Есть люди, которые могут пошить вот с такой ткани платье, там снизу подкладку такую ставить по цвету красивую, что-то такое придумать. А я только глазами умею смотреть и все. Вот красавцы какие. 30 долларов, но сейчас 50% скидки, то 15 долларов. Ну, за 15, даже за 15. Мне кажется, это много за такого гномика. Так, это уже здесь у нас идут скидки. Вот есть такая теплая. Она идет 24 доллара за ярд. Но здесь зеленая этикетка. А зеленая этикетка у нас эмблемка какая скидка? Не вижу. А, 50% скидки. Но как-то она такая. Вот. Ну, я думаю, это можно бы было тунику, может быть. И то, мне кажется, может быть, оно будет колоть к телу. Колючее такое. Так, есть такое. Такое черное, тонкое. Это не тянется. Еще нужно уметь выбирать ткань. Что я тут знаю? Чтобы и цвет был классный, да? А вот такое тоже. Это 44-45 долларов за ярд. Сейчас зеленая, то 50% скидки. Ну, то вы представьте, за 1 метр это будет 22 доллара где-то, да, 22-50. Но на плед это будет очень мало. Нужно взять где-то ярда 2, может быть и 3. Ну то посмотрите, какая будет цена пледа. И еще нужно на другую сторону тоже вот какую-то ткань покупать, чтобы пришить. То дешевле купить готовый плед. Так что. Так, а здесь все флис тоже на скидке на 60%. Есть вот такие твердые ткани, чтобы там стулья поремонтировать, или диваны, или кто умеет, это очень,
Очень классно. И вот есть такой флис. $6. Это дороже на доллар. Может быть, лучшее качество. Вот это мне всегда эта ткань нравилась. На подушке $50, но 50% скидки, то будет $25 за 1 ярд. С 1 ярда получится, например, одна подушка большая, то она будет, выйдет как бы $25. Ну, еще наполнитель нужно купить или придумать там где-то что-то. Так-то. Не будет у нас такой ткани, потому что я даже на Украине говорила, то они спрашивала как-то, то мне девчата писали, что они по интернету заказывают и им присылают такой как бы, как трикотаж вроде бы, или как. А у нас только вот такие всякие. Вот такие. Это можно тюль на окна делать. Ну, у меня жалюзи тюлья. Как-то отвыкла уже от тюли. Так, здесь у нас тоже идет по скидке. Это все как для моих рукавичек вот таких. Это для, можно плед такой для ребеночка пошить. А чтобы на тунику, то и нету. Такое, вот такой флис у меня дома есть. Много есть всяких. Всяких цветов. Вот такой $15 стоил. Вот рождественский такой с собачками. Сейчас на 50% скидки, то это будет $7. Вот такая у меня дома есть рукавичка. Так, сколько она стоит? $9 за ярд, но 50% скидки. Вот это было бы красивое одеяло такое, да? Ну, чтобы такое пошить на большую кровать, оно обойдется более $100. Вот. И оно будет тяжелое. Потому что я шила уже такое маленькое. Оно уже давно на Украине. Отослала я. Вот эти такие, вот смотрите, какие только у нас есть. Вот какое качество. Вот. И вот. И какое оно тонкое. Так что. И вот такой цвет есть серый. То это стоит $20. А пурпул, цвет пурпул, где же у нас пурпул? Какая скидка, не вижу на него. Не вижу, сколько пурпур. Может быть, 70%, может быть, меньше, но не знаю.
Вот, например, какая классная ткань. Кто швея классная, понимает. Смотрите, какая красивая. Она $30 за 1 ярд. Будем говорить 1 метр, да? И 60 пинг, розовая этикетка, то 60% скидки, то это будет $15 за 1 метр вот такой ткани. Там еще вот другая есть. А это такие твердая такая непромокающая ткань. Это как бы подушечки шить такие снаружи на террасу, там на диванчики. То вот это такие тоже ткани есть. Это тоже какой-то диван или кресло делать. Что же мне купить-то? Вот эту малпочку сейчас куплю. Ой. Так что нету у нас такого. Смотрите, какая красивая вот эта. Но она на рукавичку не пойдет, потому что большие рисунки. Это можно подушечки или что пошить. Я очень люблю ламу. Красота. Такая, сейчас скажу, сколько за ярд. $10. Но она у нас идет пурпул. И пурпул такой цвет 70% скидки, то это будет очень еще классно, дешево будет. 50% скидки, то это будет $5 за ярд, а это и еще 20. Не знаю, уже не знаю. Ой, красота какая. Просто что же я с нее пошью? Подушки какие, куда они пойдут? Мне никуда. Вот еще есть такая. Это сколько? Это тоже $10, но это 50% скидки. Ой. Красивые ткани. Упс. Уже застряла. Вот такую я покупаю, когда шью рукавички, такой катон. Вот за этот рулон $79. $80. Но я покупаю меньше вот такими, потому что это очень большой. Вот коробочки такие. Это чтобы нитки там сохранять. А $50. Ух, как дорого. 40% скидки. Есть кто сам такое делает, такие всякие коробочки. Это всякие такие ножницы у нас есть. Марика ими работает. Хорошо ткань отрезать. Но я что-то не люблю. Она любит. И вот такое тоже у меня есть. Покупала я здесь. Это ножницы. Есть вот такие. %30 скидки. Вот есть пуговицы на любой цвет, на любой размер.
Если ты покупаешь пуговицы, сегодня такая скидка. Если ты покупаешь три таких пакетика, вот допустим, вот этот пакетик стоит, где же цена? А там сверху. Вот этот $7, да? Если ты покупаешь три вот таких за $7, любые, какие там тебе надо здесь, то два бесплатно. Здесь тоже вот так, если покупаешь три, то два бесплатно. Вот такие всякие пуговички есть, зверюшки. Вот даже какие есть пуговицы. Вот такие есть, это детям на платье или на что, на все. Да, на все. Мячики вот есть. Такие. Это все пуговицы. Вот даже мотоциклы есть, пуговички такие. Все. То вот это такая, такой пакетик $4, вот маленькие такие овечки, собачки есть, вот коровки даже есть, кур есть. Тоже покупаешь три пакетика, два бесплатно. Так, а какую ткань возьму, Марийки? Вот такую нашла. Вот такая она мягкая, с блесточками. И вот такую возьму, пускай попробует пошить вот с такого тунику. Посмотрим, получится, как оно будет. И вот такие есть нитки. Эти я покупала. Мне одна женщина на Инстаграм написала, что хорошо шить, когда цветные, например. То я купила себе. И сейчас они... Одна это такая бобиночка. $11. Но сейчас, если покупаешь три таких, то две тоже бесплатно. Хорошая скидка, да? Так, нужно идти отмеривать себе ткань. Здесь они отмеривают, отрезают, вернее. Ты говоришь, сколько тебе надо, и уже с таким чеком идешь на кассу рассчитываться. Вот машинки. О, кто-то спрашивал, какая у меня. Вот такая простая машиночка. Мы здесь спросили, какую купить. Я хотела какую-то, думала уже, если дорогая, то она сама шьет. Ага. Нет, не в том дело. И мне сказала девушка, вот если нужно просто, чтобы была строчка, говорит, вот поменьше вот этих, чтобы было, и все. То я купила, она вот $150. Тогда была скидка вроде бы, то я за 130 я покупала. Не знаю, шьет нормальная. Вот есть такая. Это $350 машинка. Вот. И вот какие есть здесь выкройки. Вот смотрите. Я покупала, но не знаю, не получается у меня по выкройке тоже что-то. Вот есть такая, сейчас покажу выкройка. Вот. Кажется, ну что же, здесь же легко, хорошо, легенько все. Ну. Так что я покупала, у меня, наверное, выкройки 3-4 есть на тунике. Ну, не пошло дело так, как я думала. Может быть, хотя бы Марийка научится и будет шить.
то эти выкройки, а ну цену хочу найти. А это они здесь, вот. Сейчас 30% скидки. Вот себе открываешь и ищешь, какая тебе надо выкройка под номером. Вот. Это платье, например. Это брюки, детская. Мне нравится, что очень хорошо все так красивенько. Здесь аккуратненько все. Все понумеровано. Размеры сразу. Вот какие выкройки есть. Спортивные костюмы мужские. Видите? Вот такой. Такая есть. Здесь детская одежда. Вот. Для малышей. Ну, такую одежду можно за несколько долларов купить. Вот такой костюмчик есть. А вот это для кукол. Тоже я Марике покупала выкройку для кукол. Она шила тоже. Это для собачек. Вот всякие такие. Это фартушки. И вот такие худи, это такие, как пижамы, такие теплые, просто так по дому ходить. Тоже есть. Но цены что-то я не нашла, цены. И мне кажется, вроде бы 8 долларов или... Это или 11, ну а как сейчас скидка, то оно будет дешевле. Вот есть на сумки, на тапочки, на вот, вот даже для Барби. О, для Барби не было тогда выкроек, я не видела. Только для больших было, для Барби нет. Как хорошо тем людям, кто умеет шить. Что захотел себе, пошил. Так, все, иду отмерять. Вот какую покупаю я ткань. Взяла 1 ярд. Это 3,90. Это 4 доллара за ярд. Это по скидке. Это на рукавички возьму такую. Ламочки. И вот по 1,5 ярда взяла вот этой. Не знаю, хватит, не хватит. Это идет 8 долларов за ярд. И вот эту взяла, пускай попробует, такая мягкая. Это по 5 долларов. Было 20, а сейчас по 5, и она на скидке. Так что идем на кассу.